мой отель Абразо. Немножко непонятное, не свойственное название для Болгарии, как по мне. На проспекте Христа Ботева. Мрачный проспект. Сразу возвращает в 90-е. Рядом вот такой вот дом. Совсем-совсем убитый. И вот мой отель. Нарисованы 4 звезды. Хотя елки на входе совсем не 4-звездочные. Заходим в лифт. Едем на мой 2-й этаж. Мой номер в Абразо отеле. Заходим. Ну, что сказать. Очень даже миленько. 4-звездочный отель в центре Софии. Довольно-таки симпатичный. С мини-баром, большим телевизором. Очень большой кроватью. Так что мне повезло сегодня. Смотрим ванную комнату. Душ без двери, как я люблю. Ну, все довольно-таки чисто, достойно. Всем привет, я в Софии. Можно заселяться. Ну что, наш завтрак. Очень достойный завтрак здесь. Несмотря на то, что цена на отель всего лишь 63 евро в сутки. Немножечко похож на турецкий, но не турецкий. Еды гораздо больше. Так что сейчас будем завтракать. Стол небольшой, но всего хватает. Вот такой вот рум. Много зелени с выходом на террасу. Есть машина с соками, правда, не свежевыжатыми. И довольно-таки классная охота машина. А вот круассаны в Болгарии, как и в Турции, делать не умеют. Это не круассан, а просто булочка. За круассанами нужно ехать в Париж, что мы скоро и сделаем. После завтрака можно выйти вот на такую террасу. Хотя сюда никто и не ходит. Вокруг гостиницы вот такой вот трэш. Ну, в принципе, как и все в Софии. Лучше в задние дворы не заходить. Вот такой вот домик рядом с гостиницей находится. И все это довольно-таки печально. Ну, сам отель неплохой. Вкусный завтрак. Его достаточно. Милый персонал. Говорит по-английски. Ну и рассказывает все, что нужно рассказать туристу в Софии. Sometimes I feel like a mother.